Давайте делайте, да, выпад и руки вверх, да. Потом мы сейчас будем играть с вами жестко все-таки. После центральной линии делаем наоборот, да, захват голени. Да, просто растягивайте тоже так, да, на месте. Ну что, нормально, размялись? Да, давайте мы лучше что-нибудь в баскет поиграем, чем разминаться будем дольше. Тренер, мы все, команда готова. Я думаю, что в плане каких-то технического оснащения это невозможно, да, за час чему-то ребят научить, обучить. Просто пообщаться, какой-то получить эмоциональный заряд, тем более у ребят, наверное, сейчас начнется скоро вторая сессия, или она сейчас уже идет, я не знаю. Где-то может перезагрузить свой мозг, пообщаться, подзарядить свои батареи. Что, мы белые тигры будем или как? Давайте. Давай так, кулачки. Раз, два, три, белый тигр. Давай. Раз, два, три. Белые тигры. Пацаны, я в защите, если что. Давай! Оу! Беги, 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 беги! Я преподаю английский молодежной команде ЦСКА. И давно было желание, я являюсь ярой поклонницей ЦСКА, давно было желание привести ЦСКА МГИМО в наши родные стены. И вот, наконец-то осуществилась мечта. И моя, я думаю, многих ребят, которые учатся в МГИМО. Беги, 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 я прикрою, беги! Я здесь, я его накрою, это мой! Беги, 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 пацаны, беги. Бросай. Хорош. К нам пришли игроки ЦСКА, Семен Антонов и Виктор Рат, и показали пару упражнений, провели небольшой мастер-класс и поучаствовали с нами в небольшой игре, которая длилась минут 15. И также было проведено несколько конкурсов с их участием. Слава. Да нет, ты молодец. Для меня большая честь обогнать Семена Антонова в таком упражнении, как челночный бег. И мы с ними также сыграли в ничью по трухачком, поэтому я считаю, что это большое событие не только для меня, но и для всего МГИМО. Получилось достаточно продуктивно. Ребята пообщались, да, поиграли тут в товарищескую игру. Моя команда победила. Было несколько конкурсов. В принципе, думаю, что успели много за этот часик. Но самое главное, что ребята вживую пообщались и, наверное, получили какие-то приятные эмоции.